Всем привет! Добро пожаловать на канал. Я приглашаю вас со мной отобедать. А обедать я буду сегодня картошечкой с грибами. Хлебушек купила только что. И квашеная капуста с лучком да с маслицем. Полезно очень. Ну так что, давайте приступим. Но сначала вы поставьте лайк, напишите комментарий и обязательно подпишитесь на канал. Давайте дружить домами. Ой, капуста. Видимо, мне точно не хватает витаминов. Потому как я как говорю про нее, рефлекс. Сейчас пришла, распаковала продукты. Естественно, что я первым делом смотрю кошка. Трется о ноги, это значит есть хочу. Я тоже хочу. Ну, кому первым делом? Ей, естественно. Покормила. Грею себе еду. Поворачиваюсь. Она такая преспокойненько сидит на столе. Говорю, Серафим, ну... Конечно, я понимаю, что я на тебя даже голос изредка повышаю, ты уже в шоке. Но это прям наглость. Ну, поделать я ничего уже не могу. Животное наилюбимейшее. Планирую еще кошечку. Мысли. Мне все это снится. Мне уже кошки снились раз пять. Не знаю. Даже киска попалась уже там. Такая. На кого у меня упал взгляд? Мои сородичи говорят, ну зачем на тебе? Ну что вообще, потому что ну, хотя бы кота. Ну конечно, если кота, то там рыжего. Рыжего кота. Мне очень вкусно. Ну какие разговоры, да? Самая простая еда. Самая вкусная. Вообще не делайте так, как я, не ешьте картошку с хлебом. Потому что это очень калорийно.
У нас по телевизору. Новости. Естественно, только военные. Поэтому не люблю включать на определенные каналы. А муж у меня падает под все, засыпает. Я после него телевизор включаю. Либо РЕН-ТВ. Либо Россия 24. Либо НТВ. Я включаю пятый канал. Или же у меня СТС какой-нибудь. Чтобы фоном. Я люблю фоном. Я не смотрю телевизор. Вот. Чтобы болтал кто-то. В основном мне Ютуб. Все. Спасибо всем, кто ел. Готовить каждый может. Я отключаюсь. У меня моя селфи-палка. Желаю всем хорошего настроения, здоровья. До новых встреч.